Самые яркие события и новости Орска прошлых лет смотрите далее. Дом на ладан дышит. К такому выводу пришли жильцы двухэтажки по проспекту Никельщиков, 91. Владельцы квартир дома по этому адресу очень сильно обеспокоены отсутствием капитального ремонта. Его здесь не было с момента постройки здания. А строили его бывшие работники никель-комбината еще в 50-х годах. Невооруженным взглядом видно, как от стен дома отслаиваются огромные куски штукатурки. А все строение, утверждают жильцы, можно разобрать по кирпичикам. У дома уже шестой десяток. Мне было 12 лет, когда мы его строили по ночам. Каждый цех строил себе дом литейно-механический. От станка шли рабочие, строили этот дом. Они уже все на майке, им по 90 лет этим труженькам. А мы вот доживаем, сами рассыпаемся, и дом рассыпается. Как нам пояснили в Ленинской управляющей компании, этот дом включен лишь в предварительный список ветхого жилья. Соответственно, на капитальный ремонт деньги не выделяются. Все, чем можно помочь, сказали в коммунальной службе, так это поддерживать техническое состояние этого дома.